Китае завершился эксперимент, связанный с альтернативной энергетикой. Почти 6 миллионов жителей провинции Цинхай прожили ровно неделю исключительно за счет возобновляемых источников. По словам местных властей, в этот период потребление электричества составило больше 1 миллиарда киловатт-часов. Это эквивалентно сжиганию 500 тысяч тонн угля. Отмечу, что перебоев с электричеством во время опытов не возникало. Между тем, Китай стал мировым лидером по производству возобновляемой энергии без учета гидроэнергетики. Ее доля в общем энергобалансе в прошлом году выросла на 12%. Сейчас на карте вы можете увидеть, как за последние 16 лет зеленела энергетика разных стран мира. Чем темнее цвет, тем больше внимания в этой стране уделяют развитию альтернативных источников. То есть в числе лидеров, кроме Китая, Соединенные Штаты Америки, страны Европы, Южной Америки, Австралия и Индия.